страшные скидки. Всем привет! Осень – та самая пора, когда без туфель ну просто не обойтись. Даже если для прогулок по улице уже больше подходят сапоги, при входе в помещение, к примеру, в рабочий офис, все равно нужно переобуться. Не говоря уже о том, что покупка новых туфель поднимает настроение и помогает побороть осеннюю хандру. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Каждая женщина хотя бы раз в жизни страдала из-за неудобных туфель, которые стирают ноги в кровь и щедро дарят мозоли. Особенно обидно, если туфли красивые и стоили кучу денег. Как же обезопасить себя от неудачных покупок обуви? При выборе туфель первым делом обращайте внимание на колодку. Именно она, а не высота каблука, делают обувь удобной. Не должно быть ощущения, что вы стоите на пальцах и ищете баланс. С удобной колодкой вес распределяется по всей стопе, а пятка не норовит завалиться внутрь. Обратите внимание и на каблук, если он есть. Он должен быть расположен в центре пятки, а вес тела равномерно распределяться по стопе. Опустите ногу в туфле на пол всей стопой и сделайте движение носком аккуратно вперед. Если каблук при этом едет назад, а не стоит прочно на месте, такая обувь вам точно не подойдет. Страсть к высоким каблукам может сказаться на здоровье. Высокий каблук полностью выключает рессорную функцию стопы. В идеале при каждом шаге стопа должна пружинить, смягчая нагрузку. А при ношении высоких каблуков каждый шаг отзывается ударом по позвоночнику. В результате остеохондроз и грыжи межпозвонковых дисков, которые проявляются сначала беспричинными болями в спине. На сайте La Moda женские туфли на каблуке цвета беж сейчас можно купить со скидкой в 27% за 6473 рубля. Их прежняя цена 8990 рублей. Они изготовлены из натуральной лаковой кожи, внутренняя отделка также из натуральной кожи, материал подошвы тунит. На сайте Soho Shop женские туфли-лодочки бежевого цвета предлагают со скидкой в 59% за 4490 рублей. Раньше они стоили 10 990, в наличии все размеры. На сайте Shein женские туфли-лодочки на каблуке под крокодиловую кожу сейчас можно купить за 1270 рублей. Они украшены пряжкой, в наличии весь размерный ряд. Имеются модели белого, черного, серебристого и красного цветов. На сайте Wildberries женские балетки-лодочки с острым носом сейчас предлагают со скидкой за 2007 рублей. Их прежняя цена – 3650. Большой выбор цвета. Туфли представлены в красном, сером, желтом, голубом и черном цветах. В наличии все размеры, начиная от 37-го. На сайте Francesco Donna женские туфли Betty цвета беж сейчас можно приобрести за 2790 рублей. Их прежняя цена – 3990. В наличии все размеры, кроме 39-го. Материал верха – искусственная кожа, подкладка выполнена из натуральной кожи. Не покупайте обувь утром, к вечеру ноги немного отекают, поэтому купленные утром туфли вечером могут показаться тесными. Всегда мерьте обе туфли и обязательно пройдитесь по примерочной. При ходьбе пальцы не должны упираться в носок и выпирать на поверхность обуви бугорками. Тесная обувь может вызвать нарушение кровообращения, а также грозит врастанием ногтей и искривлением пальцев. Кстати, у большинства людей одна нога больше другой, поэтому сначала примеряйте обувь на той ноге, которая больше. Подошва обуви должна быть достаточно мягкой и гибкой. Качественная обувь легко гнется, а ее верх при этом не деформируется. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.